Приветствую всех на канале WeGames, всех, кто любит Naruto Mobile, и у нас очередной обзор на очередного персонажа. Это будет Му. Перед началом я вам напоминаю, что вы можете поставить лайк, подписаться на канал, если вы хотите больше видео по Naruto Mobile. И вот смотрите, у нас на главном экране Му делает технику разделения и появляется вместе со своим клоном. Отдельное спасибо Илье за то, что предоставил свой аккаунт на обзор персонажей. Ну а мы начинаем, ребята. Как обычно, сначала хочется посмотреть картинки завершающих факторов. Ну, в общем, Му говорит что-то про свой элемент пыли. И второй завершающий. Ну тут он себя представляет, типа, что он Цучикаге. Опять же, ребята, хочу вам заметить, что это персонаж SR ранга, то есть его можно было купить только в специальном пропуске боевом и получить как награду. Так его другими способами не получить, но если вдруг какие-то способы есть, то пишите в комментарии, мне будет интересно почитать. И пишите, есть ли у вас этот персонаж. А мы начинаем бой. И вот мы в режиме тренировки. Не знаю, почему против нас будет Темари, но я решил именно так. Я не помню, кто там с кем с ним сражался. С ним сражался Цучикаги, но... А Аноки на данном аккаунте я не заметил. Либо его вообще еще нет в игре. В общем, ребята, начинаем, как обычно. Давайте стандартную атаку проведем. Думаю, перед началом, как обычно, я просто подерусь, продемонстрирую способности, а потом уже немножко посражаемся против активированного противника. Ну вот вы видите, обычные комбинации не дают подняться даже Темари. Вернее, как подняться, стать на ноги. В принципе, стилем земли владеет Му. И вот, он поднимает своими колючками, хорошо. С обычными атаками мы закончили. Первая способность. Деревянный, каменный голем. Зажимаем, нифига не происходит. Хорошо. Вторая способность. Элемент пыли, в общем. Атомное расщепление. Ну и думаете, все что ли на этом? Я тоже так подумал, конечно. Но на самом деле это не так. Эй. Почему ты отказываешься делать то, что я хочу сделать? Такое эпичное. Ну ладно. Так, сейчас мы кое-что попробуем. Вот, ребята, я не понимаю, что я сделал, вернее как, ну вот, смотрите, мы сможем создавать клона, мы делимся на две части, и у нас меняются способности, также обычные атаки. Вот, пока у нас клон, мы сражаемся, потом все. Клон у нас исчез, он у нас только определенное время, и у нас... Такие же атаки возвращаются, как и раньше. Темари, вернись на место. Так, вот у нас полоска здесь идет. Она набирается, и когда она полная, мы можем вызвать клона, я так понимаю. Давайте попробуем вызвать клона еще раз. Все, клон появился. Смотрим способности. Первая способность, связанная с клоном. Да, видите, я вызываю эту способность, и у нас клон делает комбо. Вот так. Ну и все, время подходит к концу, клон исчезает. Сейчас подождем, пока восстановится полоска вновь. И вызовем клона еще раз, ведь у нас еще вторая способность, она тоже меняется в присутствии клона. Так, вот клон наш появился. И то я, наверное, слишком рано это сделал. Вторая способность. Мы вместе делаем какие-то иглы из камней.
Третья способность, мы просто можем раньше времени клона убрать. Заменяем, исчезает, вернее, тело. Ведь вы же знаете, что способность ему в том, что не то, что делать теневого клона, он разделяется напополам, то есть персонаж делится на двое, и у них одинаковое количество силы становится. Все сила делится поровну, он может делать техники, он не умирает с одного удара, как якобы клоны Наруто, теневые и обычные. Ладно, давайте делимся. Да делись ты. Все, разделился, молодец. Блин, ты Мари, почему ты не идешь в ту сторону? Клон иглы. Клон комбо. Ну, клон далеко был. Я не знаю, может, как-то можно управлять, чтобы он дальше перемещался. Значит, этого я не в курсе, ребята, поэтому, если вы знаете, пишите в комментариях. Ну, а мы что мы сделаем? Сейчас мы будем смотреть способность. Ну, вот такая способность. Ну, вызывает каменного голема. Тот делает захват, и мы сквозь захват фигачим. Джинтуном. Интересно, конечно, попробовать фишку, что если... А, хотя нет, во время клона мы не сможем сделать ульту. Как было в Шторме 4, как они делали разделение и двойной джинтун. Жалко, конечно. Все, заканчиваем избиение, получаем люлей в ответ. Вот такой у нас персонаж, по идее. Если вы знаете какие-то фишки, пишите в комментариях. Возможно, я не все показал, очень вероятно. Ну, мне нравится этот персонаж. Мне нравится Му. Он выглядит как мумия. Это реально прикольно. Комбо! Блин, вот я попался. Я так думаю, сейчас как эпично буду бить ее. А в итоге взял и попался. Джинтун. Не попал, она подменилась. Отлично, клон появился, как вовремя. Каменные иглы. Комбинация. Блин, классно было бы, если бы клон подловил ее. А, попалась? Такие дела. Попало все-таки. Я думал, смогу улепетать. Джинтун. Все равно она попалась. Иглы. Вон. Блин, слишком медленно. Я-то подумал, что в одно время. Я опять привык, что якобы способность все равно будет делать ультимейт способность, но нет. Ему же сначала надо убрать своего клона. Иглы. А, понятно, у нас еще откат идет, мы сразу не можем сделать. А, хотя мы могли бы сделать, просто, видимо, я на тот момент сделал мало способностей, и не получилось бы, не накопил еще ульту. Камни. И ульту. Такие дела. Вот и все, ребята. Таким у нас получился Му Цучикаге. Такой классный персонаж, я бы сказал. Но, если честно, для персонажа СР ранга
маловато способностей, но он сам по себе такой персонаж. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого персонажа, нравится ли он вам, как он сделан в игре, открыли ли вы его, и во сколько это вам обошлось, потому что я даже не смотрел на цены, я вообще без понятия, сколько он может здесь стоить. Тем более это было давно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Всем пока.